осталась память и от посещения Пискаревского кладбища. Это в Санкт-Петербурге, но тогда был Ленинград. Это общий мемориал. В основном там хоронили тех, кто погиб во время блокады в Ленинграде. И внимание мы обратили, наша группа, на трех женщин, ну, то ли армянки, то ли грузинки. И так с ними завязался разговор. Экскурсовод спросил их, а где похоронены их родственники и кому они пришли. Они ответили, а мы и сами не знаем, где наши. Тут все наши. Мы ко всем пришли, и все тут наши. Вот так было свято, мудро и просто сказано. Одна общая память. И, наверное, больше всего на написание песен на меня оказало то, когда я была на нашем кладбище на братских могилах 9 мая. Это было, конечно, очень давно. И тогда, я даже до сих пор не могу описать это чувство, я вот ощутила какое-то единство с теми, кто погиб, именно погиб на той войне. И вот у меня там сразу пошли вот эти строчки. Ты 41-й, я 45-й. Oh.
Вернулись мы с войны домой. Вернулись мы с войны домой. Тишина. Каждый по-своему ее слышит. И мы ее ищем тогда, когда устаем от суеты этого мира. Но, наверное, редко задумываемся о том, как она нам досталась, какой ценой она нам досталась. А досталась она нам дорогой ценой тех, кто подарили нам эту землю. А мы иногда не задумываемся, даже как, наверное, потеряли даже радость того, что мы просто вот здесь живем, просто любим и ходим даже по этой земле, иногда этой радости и не бывает. То есть это, вот эту такую радость нам подарили многие поколения, которые стояли за эту землю. И дело к лету, но никому не угадать. Уронит пуля на землю нелепо, да так, что больше уж не встать. Уронит пуля на землю нелепо, да так, что больше уж не встать. И прорастут когда-нибудь колосья на этом поле, где солдат упал. И кто-то спросит, непременно спросит, откуда здесь такая тишина? И кто-то спросит, непременно спросит, откуда здесь такая тишина? А поле так прерывисто дышала, когда толкала от себя врага. А после боя всех пересчитала и вместе с ними, кажется, меня. Задаем вопросы, и обстановка кажется ясна. А все равно хоть кто-нибудь да спросит, откуда здесь такая тишина? А все равно хоть кто-нибудь да спросит, откуда здесь такая тишина? Сейчас наступило другое время, другие нравы. Но все те же силы ломают Россию. Поперек горла она им со своей историей, со своей правдой, святостью и святыми. А на Руси сейчас ведутся споры среди академиков, политиков, историков, что такое духовность России. Ищут какую-то национальную идею. Как-то странно, ни у Суворова, ни у Кутузова, ни у Александра Невского и других наших великих людей не было такого вопроса. Для них все было ясно. Иеромонах Василий Росляков, убиенный в Оптиной пустыне,
в 93-м году на Пасху. На вопрос журналистки, что такое духовность России, ответил: духовность России – это Христос. И это слова сына родной земли, а не пасынка. И независимо от того, независимо от всяких политических и экономических игр, Россия была и будет великой. А великость ее никогда не будет в области благополучия и накопления каких-то богатств, а в области она будет в терпении скорбей и в мученичестве. И по всему сейчас видно, что надо нам заново обретать драгоценную христианскую русскую душу, которую мы потеряли. И золото, и красота которой выплавлялись нашими предками. А России ведь нечего бояться, кроме Бога и греха. Но не дай Бог нам вступить на путь предательства родной земли. Перед каждым из нас стоит выбор. Быть ему с дедами и прадедами, которые до крови стояли за родную землю, или быть с теми, кто распинал и распинает ее, терзает уже обескровленную. А цена великая, цена жизни земной и жизни вечной. И низкий поклон вам, ветераны, за то, что вы нам сохранили эту землю и ценой своих жизней многие. А нас простите за все. Нам еще предстоит победа. 9 мая у нас впереди. И если мы будем с Богом, если Россия будет с Богом, со Христом, то победа будет за нами. Силушки и любви.
зря кружите вороны, царствие небесное, зря кружите вороны. Разы